Дочь обратилась однажды ко мне: «Папа, скажи мне, кто был на войне?» «Дедушка Лёня, военный пилот, в небе водил боевой самолет». Дедушка Женя десантником был, он вспоминать о войне не любил и отвечал на вопросы мои. Очень тяжелые были бои. Бабушка Соня трудилась врачом, жизни спасала бойцам под огнем. Прадед Алеша холодной зимой бился с врагами под самой Москвой. Прадед Аркадий погиб на войне. Родине все послужили вполне. Много свалили вернулось людей. Легче ответить, кто не был на ней.